Всем привет! С вами Memphis0087, и сегодня в обзоре коллекционное издание 5 сезонов Симпсонов. Почему именно 5? Потому что в России больше у нас не издавали. Итак, давайте по порядку. Первый сезон. Здесь у нас главные герои. Телевизор вырезан. Сделано довольно прикольно. Ярко, красочно. В таком серебристом стиле сделан весь бокс. С обратной стороны у нас информация о сезоне, дополнительных материалах и названия из каждых из серий. Всего здесь 3 диска на первом сезоне. Имеются русский и английский языки и русские и английские субтитры. Продолжительность каждого эпизода 23 минуты. Сериал, думаю, не нуждается в представлении. Один из самых долгих, один из самых культовых. Здесь у нас персонажи. И накатки дисков сделаны тоже в веселом стиле. Под каждой накаткой продолжение, так сказать, истории. Сделано очень качественно. Это у нас был первый сезон. Как вы видите, здесь еще вот такая картинка. Давайте посмотрим дальше. Второй сезон тоже сделан в серебряном цвете. И здесь уже такой своеобразный кадр с перепутанными головами главных героев. Телевизор уже не вырезан. Симпсоны красным цветом. Весь второй сезон. Коллекционное издание. С обратной стороны также информация о сезоне и название каждой серии. 4 диска во втором сезоне. Все боксы сделаны из плотного картона. Все яркие, красочные. И здесь у нас такая вот история, как они перепутали головы. И внутри накатки, как вы видите, сделаны так, что здесь туловище героя, и можно подставить любую голову, какая вам будет интересна. По-моему, отличная задумка. Это у нас был второй сезон. Дизайн третьего сезона, как вы видите, уже отличается от первых двух. И здесь он у нас в таком сиреневом или фиолетовом цвете. Телевизор тут опять-таки вырезан. Симпсоны уже надписи желтым цветом. С обратной стороны точно такая же история. Накатки здесь сделаны в общем цвете бокса, что тоже очень здорово. На данный момент, если не ошибаюсь, уже вышло 25 или 26 сезонов, но, к сожалению, наши издатели остановились на выпуске только 5. Хоть их выпустили замечательно, но жаль, что не продолжили. Четвертый сезон у нас сделан в синем цвете, телевизор также вырезан,
и получится вот такой вот кадр. С обратной стороны также информация о сезоне и название каждой серии. На четвертом сезоне 4 диска. И здесь у нас уже такая общая диорама получается. Диски опять-таки сделаны в общем синем цвете. И здесь у нас большая часть ключевых героев мультсериала. Здорово сделано. Замечательно смотрится. Это у нас был 4-й сезон. И давайте посмотрим 5-й. 5-й в красном цвете. Телевизор также вырезан. Четыре диска в этом сезоне. Ярко-ярко красный такой. И внутри вот такие вот накатки. Вот такие вот коллекционные издания культового сериала «Симпсоны», а точнее их первых 5 сезонов. Будем надеяться и верить, что когда-нибудь случится так, что выпустят и все остальные. Чудеса порой случаются. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Инстаграм, следите за новыми обзорами, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем спасибо. Пока.